Около 5 часов утра я была в квартире одна. Я услышала, как дребезжат мои двери. И мне сразу дочка позвонила минут через 5 и сказала, что началась война. И мы выезжаем. Мы уже 8 часов были в Паланке. Все мои и друзья, и родственники. И, в принципе, все помогали, ну, кто как мог. Первое время был шок, потом потихоньку. Но на сегодняшний день, конечно, хотели бы уехать, это честно. Хотим в Одессу. Am trăit acolo până să începi tot nevoia asta. Moldova a fost pentru mine un colac salvator. Tot Moldova este casa noastră. Chiar am suferit din cauza războiului ăsta. Mi-a distrus casa pe data din 1 iulie. Sincer, vă spun. Și sunt mulțumit foarte mult că suntem în viață. Da, nu avem nimic, dar înainte mergem, nu avem încotro. Mie de pacea asta foarte mult contează acum, timpul dat.